Всем привет, ребят! Сегодня у нас битва гильдии, решил ее сразу пройти, записать, показать вам. Сегодня хочу потестировать нашего нового героя, вот такую вот сборочку. Сейчас, конечно, я, наверное, ему сниму воодушевление и поставлю грубую силу для дамага большего. Так, такой вот у нас огнекрыл, такая фрейка будет, такой вот ворожей. Стрелка мы уберем сейчас. Вместо стрелка мы поставим, давайте, дерево. Так, дерево есть, Анубис такой. Вот такая вот у нас будет веселая компания. Поехали. Посмотрим, что у нас там сегодня за топы. 360, так, 360, 340. Понятно, в общем, бьем первых две гильдии, потом переключимся на остальные. Так, что тут у нас, Некрос? Понятно. Угу, и Фрея есть, да, ну, отлично. Давайте пробуем такой вот вариант, плюс дерево. У меня тоже Фрейя есть. Так, дерево наше ушатали. У нас остались только Фрейи. Фрейя на Фрейю фактически сейчас останется у нас. Кстати, вот мне кажется, Фрейя с этим талантиком против Фрейи такое можно поставить просто этот питомца, и он полностью разрушит здание как вариант. Надо будет это попробовать однозначно. Ну, какой-то там живучий. Ну, все, в принципе, сейчас моя Фрейя должна затащить. У нее отхила намного больше, вражеской Фрейи отхила нет. Да, вот так вот мы сказали ей до свидания. Интересный талантик, надо будет потестировать еще, плюс, блин, блочка пару секунд, и это реально очень кайфово. Так, био первый есть. Ну, как видите, герои все равно сливаются, тут вы ничего не поделаете, даже с такими рунами вот этого выживания все равно они будут сливаться. Фрейя даже, а у него забор там ломается. Так, первый готов. Поехали искать следующую жертву. Ну, тут вообще жесть, конечно. Тут можно даже так вот в лоб выпускать, сливаться. Так, кого-то мы не восстановили одного. А тут на такую тему лучше всего, конечно же, поставить Атлантика и не париться. Так, дерево мы не резнули вот так вот. Давайте вместо нового героя. Хотя можно попробовать, давайте еще разок попробуем такую же тактику. Там у нас вражеская Фрейя будет сейчас нас бить. Издали. Так, отлично, вот она полетела. Кидаем дополнительно Анубиса. Нового героя, ворожея. Дерево. Так, ну, новый герой, дерево. До свидания. Жесть. Вот Фрейя, мне кажется, с таким талантом против всех остальных будет дольше всего держаться.
Да, как видите, это будет вечный бой. Так, окей, убираем нашего этого героя, ставим сюда Атланта. Где мой Атлант? Он у меня, конечно, недокачанный. Но я надеюсь, мы сейчас сможем зацепиться за кого-то. Так, вот такой вот вариант. Можно было просто бахнуть Минотавром разок. Но это ж не интересно. И мне, и вам. Вот смотрите, стан идет. Живучий оказался. Сейчас самое главное, чтобы его так не станили. Забрали энергию. Сейчас попробуем где-то дальше, значит. Ну, включился. А, там тотем у нас есть. Вот оно что. А я смотрю, там что-то не то. Опять не включился. Да что такое? Вот, наконец-то он включился. И что? И вот так Огнекрыл расслился. Некрос у нас слился. Хорошо, отлично. Теперь выкидываем всех своих. И плюс. И сейчас опять сольемся. Немножко не то я сделал. Нравится мне, как Анубис об Атланта ушатался только что. Ну, кстати, неплохо держится у него герои. Да уж, бесполезная высадка. Ладно, попробуем подальше высадить. Не, нужно все-таки сюда брать Ару. А Ара у меня, по-моему, первая эволюция. Ой, это уже беда. Ладно, попробуем. Где вообще мой Ара делся? Вроде ж качал. Потому что он у меня уже с первой эволюции. Я уже даже не помню, где какие герои, честно говоря. Так. Короче, совсем слепой стал, походу. Может, у меня его вообще нет? Да не, вроде есть. А, тьфу ты. Да не, все правильно. Ладно. Поехали.
Вот видите, тут тотем стоит. И огник догоняет. Надо немножко дальше кидать. Вот где-то сюда. Не включился. Ну, тут вот нормально включается. Странно как-то в общем. Это жесть, посмотрите, как мои герои сливаются на точно таких же героях. Чуть-чуть нам не хватило сейчас. Совсем чуть-чуть. Можно, конечно, издали это все делать, но интересно, чтобы посливались именно на Атланте. Вот как сейчас. Спешу, конечно, я с деревом, но... Блин, где мой этот? Уже начинает меня колбасить. Бля, вообще жесть. Нуб-нубом. Кто там запихнул? Вот он. Имба. Так, давайте на него психощит оденем. Ну, не знаю, конечно, или он сейчас спасет, но он офигенно помогает мне, например, на других аках. Ну, у меня там он с эволюцией, тут он у нас без эволюции, но на десятке. Сейчас попробуем то же самое сделать. Ну, к сожалению, нет. Окей, еще разок. Та-та-та. А, и видите, не успел, немножко не успевает. Там у нас еще, конечно, и ворожей. Так, ладно, побежали. Пока следующих поколупаем. Что затягивать? Та-та-та. Да, конечно, тут Анубис лучше был бы сейчас, чтобы обратка шла. То нам сейчас тут люлей навешают. Можно было, в принципе, не выходить, оставался один там огник. Но все равно не особо охота была. Так, огнекрыл, ворожей. Зачем этот вульт? Вот мне интересно, для чего. Он же, по сути, уже ничего не решает. Рая, конечно, смешно сейчас бьет. Так мало наносит урона, просто жесть. Вот сейчас, кстати, обидно, что слили.
Вот смотрите, я сейчас специально не выйду, и нас полностью сольют. Это такое всегда на китайке. Закон подлости. Так, ну по сути нам тут Атлант мне уже не нужен. Надо ему качать вторую эволюцию. Так, события, битва гильдий. Блин, что-то я затянул. Расслабился в последнее время на битву гильдий. Скучновато здесь. Так, Анубис. Ворожей. Вот на подхвате у нас будет. Фига себе. Вы чё? Вот сейчас, кстати, видели, ворожей неплохо заблочил. Ой, говорю, тут и ворожей, говорю. Ара. Но мы не успели просто убить, нас урона не хватило. Давайте сразу же дерево кинем. Вот, кстати, опять я сейчас не успел. Вот все. Ара очень помогает против Фрея. Вот есть моменты, конечно, если он на 12-12, там прокачанная вторая эволюция, он очень будет полезный, потому что он заблочит как и Фрею, так и заблочит Огнекрыла. И он у вас там не сможет не резнуться, не сможет использовать свои умения. Вот это вот как бы, чем Ара сейчас опять же стал популярен. Не знаю, как у вас, но я его использую чисто из-за этого. Так, это что у нас такое за топ? Тут, конечно, сейчас мы их всех нафиг посливают. Ничего себе, посмотрите, как Ара блокнул. По красоте блокнул, кстати. Интересный расклад. Фига себе. Вы видали это? Вот это вам, ребята, вот это новый питомец. Офигеть. Он просто не дал ворожею включиться. В общем, смертушка тащит. Хотя бы первый уровень собирайте, и этого вам хватит с головой. На Анубиса цепляете. Вот такие вот чудеса будут. Просто офигенно. Вот это мне понравилось сейчас. Действительно, питомец, который убивает полностью всех. Не зря они его за донат сделали. Так, окей. Что у нас остался? Еще вот этот топ. Непройденный. Так. Ну, тут, конечно, этот вариант. Кстати, можно отсюда, в принципе, блочить. Он же сейчас будет блочить, но Ару сейчас сольют таким темпом. Но он может блочить и отсюда, и офигенно, кстати, будет это делать. Если, конечно, мы сейчас на Фрея опять... Фрея его не сольет. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть нам не хватило, кстати. Но если Ара сейчас молчанку наложит... Ну давайте уже, если что, сольемся, так и быть. Ну вот, то, о чем я и говорил, что, блин, офигенно, офигенно, очень офигенно смотрится Ара. Мучились мы, мучились там атлантами и всем остальным. Нафига. Просто качаете Ару на 10 скиллы. Трешуете, а лучше на 11. Тогда 6 целей. Там, по-моему, да, у него же плюс 1 цель будет. Так, 288. 313. Да, поехали бить 313. Огонь просто. Так, что за раста? Фрея. Уху-ху. Ха-ха-ха. Ну, смотрим, может опять сейчас выбежит. А может и нет. Ну, кстати, мне нравится вот так, что
Рея выпускает своих этих. Мы выбегаем, блочим героев, либо сливаемся. И на этом все заканчивается. Нет, тут, к сожалению, у нас так не получится. Тут надо бежать не через Афину и не через Ворожея. Так, окей, пробуем отсюда забегать. Ну тут у нас достает этот Огнекрыл. Вот смотрите, как красиво только что заблочили Ворожей. Правда, опять снял. Ну, блин, по красоте. Вот это мне и нравится. Так, ну как нам там Фрейю вытащить? Ау. Что-то я делаю. Их его знает, что я делаю. Кстати, смотрите, что сейчас опять же. Тут, кстати, можно выманить офигенно этого Огнекрыла, но тогда надо будет подумать, как резнуть. И эти будут просто тупо не давать ему заряжаться. Сейчас попробуем. Либо жахнуть Атлантом. Как вариант. Тоже вполне-вполне реально. Автопрокеров хватает. Сейчас попробуем. Не будем ставить дерево. Попробуем Атланта. Короче, называется, тестировал Бугимена. В итоге забил и бегаю с Атлантом обратно. Вот такой вот, ребята, тест. Называется тестим Бугимена. Так, ну включишься тут? Ну просто отлично. Выпускаем всех. И что у нас осталось? До свидания. До свидания. Или не до свидания. Нифига себе, посмотрите, что они делают. Просто звери какие-то. Вот, кстати, сейчас будет интересно. Тут мои Фрейю, наверное, тут по-любому убьют. Вот нравится мне на Фрейе этот талантик на битве Килли. А питомец просто имбовый. Просто офигенный. Посмотрите, вот на Анубиса ставите. И просто кайфуете. Потому что ни один герой от четырех этих не зарядится. А вам хватит времени, чтобы убить того же самого Огнекрыла. Поэтому, ребят, это действительно кайфовый пэт. Только надо иметь Анубиса и питомца. А все остальное это такое второстепенные. Ну вот так вот. Вот такая вот битва гильдий. 4050. Вот так вот. По-моему, я больше набивал, не помню. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.